Энергия и азарт в настольном хоккее – все как в большом, только в него могут играть и взрослые, и дети. Максим Нечаев, соорганизатор турнира по настольному хоккею, рассказал, что такие состязания в Петрозаводске проходят регулярно. Но это отличается от всех остальных тем, что является этапом Кубка России. К нам в республику приезжают опытные игроки из разных городов. Мы учимся у игроков из более сильных команд, значит, перенимаем у них опыт, растем за счет этого. В этом есть очень важная составляющая именно турнира – это обучение. Так, ну и показываем, что можем сами. С 2019 года турниры по настольному хоккею проходят в Карелии при поддержке общественной организации «Отцы Карелии», которая популяризирует игру как полезный досуг для всей семьи. Вовлечены в игру все, от мала до велика. Захватывающая игра, как бы быстро все происходит, какие-то тактики. И в целом люблю хоккей, а тут как бы такая мини-версия, можешь всей командой сам управлять. Нужно как бы быстро думать, успевать за каждым игроком, смотреть какие-то комбинации. То есть большие скорости и тактики тоже, да, думать нужно. Дружеская атмосфера, интересные матчи, трансляция, призы, вкусное чаепитие, позитивные эмоции и доброе общение. Несмотря на то, что минувшее воскресенье выдалось солнечным и морозным, захватывающая эмоциональная игра согрела петрозаводчан и гостей города. В год семьи игры в настольный хоккей стали приятным событием для каждого участника. Анна Ильчик, Алексей Миронов, служба новостей.